Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, а я Димон, а это мой channel, и это Bimenji Drive. Здесь, блять, боты вообще это самое озверели и начали на меня нападать, потому что я там что-то с искусственным интеллектом поставил, и они, блин, вот хотят меня вот постоянно задамажить. Вот, кстати, надо быть очень внимательным. Но смотрите, даже к примеру. Вот, видишь, все, он меня бьет. Теперь надо просто от них по автомату уже. Ой, блин. Подожди. А, у меня, наверное, колесо выбил. Ну, фишка в чем? Еще надо убрать ESP. Погнали. Вот, ESP нам мешает. И будем ездить очень аккуратно. Видите, он от ран идет. Ё-моё. Все, теперь все внимание на дорогу. Блин, а... здесь самое главное доехать с точки А в точку Б, не повредить машину. Машина уже повреждена и... и жесткая авария. Блин, а боты свое взяли. И вот, видите, дальше вот добивать идут. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Все, они будут деталывать, ребят. Давайте посмотрим. Вот помните, как в фильме... в фильме «Такси»? Ну-ка, могу я еще ехать? Да, я могу... я еще пытаюсь ходить. Блин, Бэха, кстати, вот эта вот М3, она красава. Это легендарный аппарат. И на нем, и еще, видимо, на каких-нибудь других точилах. Вон, вон они, блин, смотри, быстрее. Блин, ну ладно, нас еще и строй не убило. Нахрена себе собака чихнула даже головой, так это в пол ударилась. Ё-моё! А чё это они за мной не едут, гляньте-ка. Блин, прикиньте, на М3 по такой дороге фигачить, да? Это вообще кошмар. Все, на меня охота пошла, погнали. Видишь? Ай-яй-яй, блин, только не столб, у меня не марк. У меня не Марк 2, чтобы на столб наматываться. Кстати, кто согласен, что столбная болезнь это у Марка 2. Все так. Еле-еле не задели. Вот, и кстати, это новая карта. Я забыл, как она называется. Но вот, недавно было обновление. И эту карту добавили. Кстати, здесь вот хороший такой, типа автобан или что здесь, я не знаю. Блин, а вот на скорости уже вот так резко не вырулишь. Так, и что, они все. А нет, глянь-ка. Пытался, видите, он такой за другого колдыря спрятаться. И, блин, а... ой. Ну, с такой скоростью они не успевают, в принципе, среагировать. Это и хорошо. Вот, 250, а фишка в чем? Когда-то придется скорость сбавить, понимаете? Ой. Кошмар. Ай, не удалось. Лох, 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 он лох. Это, кстати, вы, наверное, не забыли поставить лайк. И прокомментируйте, поэтому мне так везет. Ё-моё. А где та машина, кому досталась? Так, это ты? Ты со мной столкнулся? Нет. А, вот, красный аппарат. Ну-ка, что с ним? Ё-моё. И это, что у нас за машина? А, я думал, что это из наших русских. А это Брюскель. Да, давайте заново и... вон они уже на меня охотятся. Давайте-ка чутим, дадим фору. И не забывайте проверять. Блин, не напридал! Ай, ё-моё, вот сильно в себя поверил, да? И в итоге поплатился. Ну, в итоге, если глянь, смотри, такой нормальный хэтчбэк. Ну-ка, давайте-ка на хэтчбэке поедем. BMW M3 хэтчбэк. Да, она может, не зря эта машина... легендарная. Она останется легендарной и будет легендарной. Все, она еще этот трехдверный хэтчбэк плюс дрифт мобиль уже. Нет. Ну-ка. Блин, я в логово зверя попал. Так, надо резко все спохватываться и уезжать от них. Все, и этот уже, видите, этот бот уже ничего. Ё-моё. Они расступились такие, типа, Димон Channel, проезжаем, мы тебя узнали, мы твои подписчики. В итоге такой, хопа, дай-ка тебя в бочинку укушу, да? Нет. Ой. Начало. Видели? Блин. Кошмар. От ДТП, от жесткого я ушел, но в итоге, блин, меня перевернуло и разлупило. Здесь все, уже ехать, да, уже ехать не смогу. Слушайте, а если какую-нибудь другую машину поставить, да? Вот, к примеру. Какую-нибудь, можно тоже бэшку, кстати, бэшку.
Я не знаю, ну, мне как-то бахи, они нравятся. Так, это нет, это нет, это нет. Нет. О, давайте вот эту М-ку поставим. 328-я М-ка будет где-то, наверное, внизу. Так, Нигер, Нигер какой-то. О, М3. Ну, давай. Заменить текущую. Надеюсь, меня с этой кашей это самое... С кучи малой меня это самое куда-нибудь в другое место резнет. Ну, навряд ли. Ого. Так, сразу убираем ЕСП. Блин, и уже задел. Ой, блин, блин, блин. Ямка, давай, давай, В8, В8, 420 лошадей. Ух. Что? Это электрическая М-ка? Слышите звук? А его нету, да. А он должен быть. Ой, ё-моё, видели? Вообще за малым ушли. Так. Слушай, ну здесь уже и управление, конечно. Блин, другое! Хорошо, хорошо. Ой. Ха-ха-ха, неудачник. Блин, ну... Видели? Он вообще вот, вот краешком, как спичной головкой меня оттернуло, и задний бампер, короче, отскванчило. Так, давайте, наверное, отсюда будем респаться, да? А то все... Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Блин, ну они хотят меня, да, как уничтожить? Это кошмар. Так, между ними проеду. Блин, а хотел за ним проехать. В итоге получилось ДТП. Опачки. Не, я, пожалуй, буду... Ай, хочу сопротивляться, но не получается. Получается, глянь. Ну... Ух ты! Прилетело хорошо, даже на крышу, да, легла? Блин, сорян, боты, но мне надо это самое... Мне надо как-то от вас уезжать. Ой, ё-моё. Я знаю, какую я машину поставлю. На ней будет интересно бегать. Это мы на бэхе можем, да, там все. На BMW, там на мощных машинах можем, да, нормально от бота уходить. А я знаю, на котором мы не сможем. Ну и, во-первых, красивый ход между столбов. Двигатель еще. Все. Двигатель сказал пока. Знаете, какая машина будет? Пока можете или на паузу поставить, или написать в комментариях. Настрочить, а машинка будет, блядь, интересная для того, чтобы скрываться от погони. Потому что на ней настолько... О, уже все, бьют. Бьют мою машину, стукает. Подожди, ее теперь бы найти бы. Вот она. Зеленая шестерочка, заменить текущую. Тебе, ребят, выход от воды. Так. Пока эти загрузки идут. Ё-мо. Она даже что-то почиркала там, да, это самое, пробуксовала на дороге. Так, секунду, Ctrl-R. Сейчас мы здесь сохранимся, чтобы нам... Блин! Понимаете, о чем я говорю? Теперь на ней уйти, это будет тяжело. Меня и догонять будут нафиг. И здесь фишка в чем плюс у шестерки? То, что скорость небольшая, да, ее как бы могут догонять. Но еще пока видно только, кто спереди, кого сзади не видно. И на ней можно по бездорожью, в принципе, куда-нибудь уезжать. Но сейчас пока везде у нас эти заборы. Вот, видите? Я могу смело... Ой. Смело по этой, по обочине проехать, и мне ничего за это не будет. Ё-моё. Справился с управлением, то, но на шестерке это сделать очень сложно. Кто знает, как ездить на классике, это, сами понимаете, ты когда садишься за нашу машину, ну, по крайней мере, за классику, ты уже борешься за управлением. Ой, ё-моё. Так, нас сломали, но мы не сломлены, или как это там называется. Да, я справился. Все, приехали.
Приехали, ё-моё. Глянь, там уже месиво начинается. Кстати, блин, забыл, что шестерка едет не так, как им третий. Думал, дай-ка дам шанс. Догоняющему, ладно, хорошо. Типа полицейский обратный разворот. Опа. Типа полицейский обратный разворот, и все. И нам, ну что, шестерки, шестерки, ничего. Здесь ломаться толком нечем, но она почему-то ломается, ладно. Блин! Просчитал, козел. Все. Здесь в этот раз уже ничего, глянь, даже... Что это за пушка у нее снизу? Шестерки кардан в пушку превращается. А, ё-моё, сейчас достанет. Мне надо телепортнуться в другое место для того, чтобы, блин, хотя бы от них по внедорожью уходить. Понимаете, вот в чем дело? А, ё-моё! Да, 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 ай, блин. Сейчас мы еще выровняемся. Так, ну это тебе, чтобы не дремал. Не все же тебе на меня охотится, правильно? Все же ботом охотится на меня. Пока жестких повреждений нету, это радует. Ну, я имею в виду то, что критично для управления. Хотел, блин, да? Мне срочно надо куда-то съезд. Съезд с дороги. Иначе меня здесь просто развалят. О, глянь, какие там прекрасные места. Да, хорошая авария. Давайте заменим еще одну машину какую-нибудь. И можно сделать лучше. Куда-нибудь, где-нибудь поубегать в городе. Ну, слушай, а почему бы и не на этой шестерочке замечательной? Вот на В10 сток, да. Заменить текущую и посмотреть, надо где-то в городе потусить. Кстати, пишите комментарии, если нравится, когда вот боты так с ума сходят, чтобы они вот за мной ездили, уничтожали. То будем, получается, почаще такие вот рубрики делать, когда боты... Ну, давай, допустим, это. Когда боты будут за мной охотиться, да? Да. Слушай, ну ладно, хорошо, я сюда приехал. А, подожди, а, это надо выключить стабилизацию. Б, где боты? Блин, мне кажется, здесь от них так особо не погоняю. А где боты? Блин, надо как-то выезжать на дорогу, искать ботов и сюда их это заманивать. Блин, как мне отсюда теперь выехать? Это что, я вижу машину? Или это... А, это куст такой. Ну, кстати, на бэхе по песку такое себе дело. Вы видите, уже все, бампер начинает отстегиваться. Погоди-ка. Давай, есть ли здесь какая-нибудь городская такая? Ну, вот, поселение, сбор в лагере. Вот. Так, боты, ну где вы? Готовы, блин, к жесткому месиву. Ой. Все, аэродинамика хуже будет. Намного будет хуже. Так, где боты? Вон, вижу. А, все, респается. Что за фигня? Бэха, не подводи, пожалуйста. Давайте, хэштег Бэха, не подводи. Блин, Бэху я хреново взял для... Ни хрена себе, там какой-то зверь фигачит. На чем он? На Пассате? Или на чем он? Подожди. Мне бы сейчас и посмотреть бы. А где он? Я спасся от него, что ли? Он разбился. Дай-ка посмотрю, что с ним случилось. Вы видели, как он несся ему? Вот он! Он едет. Блин! А! Хорошо. Что-то плохо поворачивает. Так. О, вас еще несколько! Блин! Да, вот попробуй на мощной заднеприводной машине по песку поугонять от каких-нибудь других более-менее мощных и проходимых, да? Так, мы сейчас будем его это песком закидывать. Вон, видите, даже специально это вывернул лево, он не видел, потому что куда ехать за мной. Так, чел, ты меня видишь? Ё-моё. Наш так напряжённо, кстати. А,
А, все, у меня он колесо повреждено. Ё-моё! Слышь, он назойливый козел, на пассате на этом. Давай-ка разворачивайся, погнали. Блин, а ну камп не потянешь, чтобы максимум ботов нафигачить. Понимаешь, вот в чем дело? Вот. По крайней мере, наверное, процессор нафиг. Ну и видюха, что, наверное, 3060. В принципе. Вот, вот я тебя пожидал. Пиздец! Все. Сейчас будет мистер бот. Здрасте, мистер бот. Ну-ка, а что это с ним там случилось? А, глянь, их затор. Блин, на этом пассате он очень настырный был, крендель. Ой, сейчас ко мне приедет, смотри, едет. И это чисто как зомби. Ну да, и такие тупые, как зомби. Хорошо. Хорошо, мне это нравится. Мне кажется, что на этой замечательной, чудесной ноте надо заканчивать. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Сейчас вот, смотрите, прилетит. Ну, хотя и не очень сильно. Все, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Пока, до новых серий.